Не болит, пусть у меня это. Как это делается? Складываете руки, обращайтесь к кому угодно. Обращайтесь к кому угодно, лишь бы у вас было состояние или чувство такое теплое внутри вашей груди. Потому что стих без чувств не слышат. А когда человек выразительно начинает просить, то у него это получается. Обращайтесь к кому хотите. Там, к вселенскому существу Богу, пожалуйста. К ангелу-хранителю, пожалуйста. К Иисусу Христу, пожалуйста. К своей душе, пожалуйста. Просто к кому-то нибудь тоже помогает. Почему? На самом деле это все работает по принципу получение помощи через воздействие, по моему мнению, через какую-то структуру, связанную с подсознанием. И когда человек просит, то, видимо, наше подсознание мобилизирует весь свой потенциал и каким-то образом воздействует на наш психосоматический ряд и воздействует, видимо, на целые системы. Ну, а это один из принципов, когда человек может таким образом перепрограммировать себя или направить, наверное, процессы таким образом, чтобы помочь своему организму. Есть второй вариант. Второй вариант звучит так. Иногда из-за того, что заболевание связано... И иногда человек вырастает, и у человека есть очень много информации, которую он получил от окружающего мира. Это, возможно, информация о буддизме или христианстве или иудаизме, где говорится о том, что наказание в виде боли или заболевания или чего-либо обычно является следствием какой-либо причины или чего-либо, что человек совершил. Вы знаете, это как прошивка может находиться в сознании человека и очень часто влияет на него. Поэтому, когда человек начинает просить и говорит там, о высшие силы, там, Архангел Гавриил, Михаил Уриил, или Бог, или Иисус Христос, или там, Великий, и там, кто угодно, Вицли-Пуцли, и начинает просить, то в этот момент его, наверное, психическая система, она может сказать так: но как же тебе давать, если ты так много гадостей-то совершил, и предки твои совершили, и карма у тебя большая. Именно поэтому в случае, если первый вариант не помогает человеку, то может помочь второй вариант. Какой? Покаяться нужно. Каким образом это происходит? Так и говорить: пусть все, что привело меня к тому, что я болею, являясь наказанием моего тела через мой язык и плохие чувства, будет мне прощено. А что там? Раскаиваюсь во всем, что я совершил. Раскаиваюсь в зле, причиненном мной осознанно и просто так. Такой текст запишите и кайтесь. В случае, если не помогает, то можно попоститься и говорить: так раскаиваюсь. Так почему-то вспомнил фильм с Петром Мамоновым, когда там монах все время каялся за то, что он когда-то во время войны взорвал баржу и застрелил немец командира, и он думал, что это по его вине человек погиб, а потом монахом стал, и вот он все время молился. И в главной роли Петр Мамонов, он монаха там играет. И вот он все время каялся, он говорил: каюсь, каюсь, раскаиваюсь, каюсь, что это произошло и так далее. Вот смотрите. Просите у своей души, у высших сил, у ангелов исцеления, а также кайтесь, пусть это у вас будет тоже. Таким образом, уже второй метод. То есть, если человек раскаивается, то он отпускает какие-то нити воспитания или нити той полученной им информации, которая была до этого им воспринята или накоплена, и таким образом он может себе помочь. Если первый